Уважаемые студенты, гости, средства массовой информации, в преддверии Дня космонавтики во имите проходит встречу с нашим выдающимся выпускником, героем России, летчиком-космонавтом Андреем Ивановичем Борисенко. Также принимает участие ректор Латвийского государственного технического университета ВМР имени Дмитрия Федоровича Усинова Касим Михайлович Иванов. Первый заместитель проектора по образовательной деятельности Вячеслав Александрович Бородавкин. Секретарь приемной комиссии ВМЕКа Алексей Михайлович Кузьмин. Потом нам известно, что студенческий совет проводил конкурс на лучшие вопросы. Поэтому мы сначала Андрею Ивановичу зададим лучшие вопросы. Андрей Иванович, наверное, должен будет выбрать на его взгляд вопрос, который больше всего понравился. Поэтому я думаю, что и для начала мы почти минуты памяти еще нашего одного выдающегося выпускника, космонавта Георгия Михайловича Гречко. На выходных был год с того момента, как Георгий Михайлович с нами не стал. Особенно ВМЕК, особенно студенты, сотрудники ВМЕК всегда любили Георгия Михайловича. Это что был настоящий ВМЕКовец, потому что это был настоящий патриот и России, и нашего университета. Поэтому объявляется минута молчания.